Go-nuts. Привет всем, с вами снова Lighting Flame, и я продолжаю проходить Metal Gear Rising Revengeance. Итак, как вы помните, в прошлом моем видео Райден буквально стал Джеком-потрошителем. Стал просто каким-то зверем. И убил одного из боссов по имени Мансун. Какое-то странное создание, главное, которое вообще разделяется, вообще, блин, рассыпается на части, вообще, ну, я не знаю, как это описать даже. Свое мнение я уже сказал, да не самых крутых боссов, которые я видел. Текс, все дальше. Подожди, стой, стелс. Ой, хуй чёрта. Режим Джека потрошителя. Отключить всю весь энергию. Потому что вы просите электроны. Бам! Нет, что-то я пока не буду. Ай! Вот. Дальше. О, нет, только не будь. Ой. Ай. Ай. Бам. 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 Я подхвачу. Бам. Бам! Бам! Yeah. Все? Всех размазал. А! Ну что ж, ну а так а, не S, конечно, но ладно. Sundowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. Окей. Это шутка, да? Здесь целый арсенал оружия. Оу. А это что? О, я как Рэмбо. Прикольно. Хочу забрать себе. Надеюсь, получится. Фейл. Ладно. Ба. Ба. Интересно, зачем мне столько ракет? От них со мной какого-то толку. Текс. О! Виртуальная миссия и ракета. Заодно. Отлично. 13 уже активировалась. Ну что ж, ладно. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea! By all means, yes. Hmm?
Ага, а вот зачем нужны пулеметы? Кстати, за пулемет болван. Чтобы быстрее двигался бы, было бы все гораздо лучше. Это круто. Да. Вот это. О нет, сначала устроить кровавую баню. Эцесс. Ай, гранат мне не кидайте, а. Вот тебе. Вот тебе. Ой, только не громилы. Вот тебе. Ой! А-ау, меня схватили. Ладно. Нет, он не играет. Ай! О, чёрт. Знаете, с другой стороны, я лучше смотаюсь отсюда поскорее. О, лифт. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and past the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So? The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. Ding dong. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Okay. Так. Вот на этот раз попытаюсь пройти стелсом. Security gate. It is composed of steel alloy bonded by a high frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. Райде, ну что ты наделал? Ну опять сломал газы. Автомат с газированной водой черт тебя побрал. Ну а ты сломался. А где вообще не пойти? Вот так вот. Пац. О, даже лифт. Так. Пошел. Так. Ага. Я все понял, это типа
плейбоя из Metal Gear Solid 4. Да, забавная фишка. Чёрт! О, рука. А, это не работает, блин. Давай подыхай уже, подыхай. Ай. Что за чёрт? Я не мелкий. Я коллекционный. Как Люк говорил. О, рука. Ай! Чёрт. Да что ты не подыхаешь, ты не как, а? Ай! А здоровье-то у меня уже мало осталось, слишком мало. Это что еще было? А, господи, опять пуль. Что ты будешь делать, да? Бам-бам-бам-бам-бам. Так. Бим-б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 им. Yes. Стелс испоганили. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. А, я еще. О, Грайден, ну зачем ты губишь окружающую среду? Ай. Лайт, заткнись и не мешай. Ну ладно, ладно. Ага. Ой! One down, two to go. Так, костюм keep at it, Raiden. Самое время подышать свежим воздухом, не так ли? Ура! Свежий воздух! Дождливый воздух! Я дышу свежим воздухом. Ля-л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 я. Там. Так, ладно, пошли дальше. Так. А, вон. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. Fuck. Excellent. Just one more. And keep on coming. Ой, что такое? Опять выйду, ё-моё. Ну все вообще кто такие-то? Я вообще вас не знаю. Ай! Ну ладно, режим чужак страшный, бля. Круто. Так, ладно. Остался один. Где-то. Так.
Coca-Cola чип. Я гранату сломал. Она прошла сквозь стену. Не волнуйся, граната, я тебя спасу. Я спас тебя. О, виртуальная миссия. Четырнадцатая. Ну что ж, хорошо. 14-14. Так. Пошли дальше. Нанопаста. О, это зубная паста. Нет, не зубная паста, это скорее что-то непонятное. Так. А, я только что был. Ладно. А, вот. Погодите-ка, а если... Сейчас, секундочку. Бесполезно. Честно говоря, я понятия не имею, как разбивать эти ящики. Только... Нет. Давай не знаю. Коробочка в очередной раз. Райден, после этой миссии можешь смело строить коробочный банк. Да. Да блин, где эта штука? А, вот здесь должно быть. Нет. Так. А, вот он, нашел. Yes, that should take care of security. Now, head back to the gate. Ну, вот следовало ожидать, сейчас появится враг. Кто это? Нет, 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 только не Банхаммер. О, идея. Может, сработает, а? Чёрт, я побрал. Режим потрошителя. Ай, не работает. А, вот. Вот я. Да, еще хуже. Ладно, пошли дальше. О. Так, ну что еще? Should I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. As you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs, but you... Well, your past is most... What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average Third World child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps, but... This shouldn't be news to you, Doc. Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. Yes. Эй, какого чёрта? За Нарнию! Ай! Ай! Ну ладно.
активен взрыв потрошителя и перерубки с этим мясом. Так. Спасён! Yes! Фух, кстати, господи. Фух. FC у меня вообще стоит. Чёрт. Чёрт, ты побрал! О, стелс, стил! Yes. Так, один есть. Теперь второго пытаемся. Хотя нет, один. Попробую РПГ. На! Никакого эффекта? Ой, да ладно, я не верю в это. Чёрт, что сложно. Ай! Ай, всё, чёрт, предусловие, бежим! Ай, только не его. Ай, чёрт, ты побрал. Ай! Дохни, дохни, дохни! Ой! Ой, 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 ой! Чёрт, ай! Зараза! Ай! Ай, быстрее, быстрее, быстрее! Приводи в себя, приводи в себя! Да что такое, блин? Фух! Фух! Блин, я думал, меня убьют сейчас, говоря. Ай! Чёрт! Надо подыхать уже кепу недоделанную. Ай, нет. Опять это получим. Да блин, что они дают, понимаю. Ай. Ай, черт, опять этот град, похожий на Metal Gear C. Черт. Ну ладно. Будем рубить мясо. Да. Переходим в режим шок-потрошителя. Эй, как? Почему? Ай. Зараза. Ну ладно, обойдись так. Да. Вот тебе, Metal Gear Zig недоделанный. Чёрт, валим отсюда. Валим быстро. Чем дело? О, Райден, ты безумие! Я такого не ожидал. Ну ладно, к черту. Черт. Какие кнопки надо нажимать, я даже не увидел. Сейчас будем рубить.
Да. Ой, мама дорогая. Блин, стоп, что какой-то. Ай! Райден! Райден! Ай! Дубль номер три. Дубль номер четыре. Дубль номер четыре. Мне не получается так, нифига. Ну ладно. Фу, неужели прошел? Ди, вообще отстой. Right away is up now, yeah? Almost there. I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshal's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. Нет, извините, сад пока подождет. А пока что я закончу на этом. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, ставьте лайки. С вами был Lighting Flame и пока-пока. Мне нужно немного отдохнуть после такой эпической погони.